Ефимова Дарья, город Москва, 4 А класс, школа 2029. На корпус Бородино глазами юного поколения я представляю басню Ивана Андреевича Крылова «Волк на псарне». Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. Псы залились в левах и рвутся его на драку. Псари кричат: «Ах ты, ребята, вор!» И вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. «Огня!» кричат, «огня!» Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая и ощетиня шерсть, глазами кажется, хотел бы всех он съесть, но видит то, что тут не перед стадом, и что придется, наконец, ему расчеться за овец. Устился мой хитрец в переговоры и начал так: «Друзья, чемусь этот шум? Я ваш старинный свар и кум. Пришел мириться к вам совсем не ради ссор. Заводим прошлое, уставим общий лад. А я и впредь не трону здешний стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждаю, что я, послушай-ка, сосед». Тут ловче перервал в ответ: «Ты сед, а я, приятель, сед. И волчья я давно натуру вашу знаю, и потому, обычай мой, с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». И тут же выпустил на волка гонщик стаю.